Забайкальском крае определен региональный оператор «Алерон Плюс». Именно он будет нести ответственность за полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с жилищным кодексом «Алерон Плюс» становится ресурсоснабжающей организацией, а само обращение с отходами – коммунальной услугой, такой же, как свет, газ, тепло, вода. Чистый край – чистая страна. А как красиво начинали. Мусорная реформа, спасем Забайкалье от многочисленных свалок, чистый регион, чистая страна. 7 месяцев работы регионального оператора «Алерон Плюс» наглядно показали, что в целом чище в крае не стало. Многочисленные жалобы на переполненные площадки, высокие тарифы за вывоз ТКО, которые, к слову, чаще всего не вывозятся вовсе. И на фоне такого грязного беспредела региональный оператор призывает заключать договоры, которые бьют по карману всем без исключения. Ведь еще на начальном этапе работы «Алерон Плюс» у забайкальцев возникли вопросы по ценообразованию. Собирались большие конференции, где представители РСТ, Министерства природных ресурсов и руководство регионального оператора пытались доказать, что суммы эти обоснованы. Да вот только обоснования были какими-то размазанными. Люди и, в частности, бизнес не понимали, как это будет работать и будет ли работать вообще. Проблема в том, что нет в настоящем времени широкой информированности, не размещены образцы необходимых документов и, значит, не разъяснены необходимые действия, что и порождает различные домыслы и усмотрения. Не разобравшись до конца с тарифами, начали очищать край, хотя вопросы касательно расценок все же остались и всплывают до сих пор. Но перейдем к ликвидации свалок и переполненным площадкам. Сотни любительских фото и видео только по одной Чите, где горожане находят все новые мусорные очаги. И это без учета отдаленных районов края. Ткнем наугад в несколько населенных пунктов и, скорее всего, узрим уже давно знакомую картину маслом. Мусора меньше не стало. Ситуация никак не изменилась. Очень много у людей вопросов, особенно у тех, кто живет в частном секторе, то есть на свалке ПГТ поставили шлагбаум, то есть берут за деньги за вывоз мусора. У них, наверное, изначально был расчет на то, что они будут собирать мусор как с квартир. Например, как быть в ситуации, если человек держит подсобное хозяйство. То есть ситуация не поменялась. Если раньше свалка была администрацией, там все было чисто, то сейчас там можно, например, увидеть поле пакетов. У нас здесь леса нет, поэтому тут поля. И то есть это все, весь мусор разлетается, свалка частенько горит. В общем, чище не стало. Сомнительная работа регионального оператора. Единственное, что заметили жители Приоргунска, так это возросший тариф. Идем далее. Поставили у нас, значит, вот эти вот контейнеры. Поначалу они вывозили нормально, то есть чуть не каждый день приезжала машина, вывозилась. На данный момент, порой неделями, даже по две, они не вывозят. У нас этот мусор валяется, он везде во дворах, их собаки растаскивают. Мы уже обращались в наши ЖКХ с просьбой, то, что вы как-то организуете вывоз мусора. Они не идут. Никак какие-то компромиссы или еще что-то. То есть у нас все очень плачевно. Плюс к вышесказанному люди часто требуют перерасчета. Они не согласны платить деньги за фейковый вывоз мусора. И, наверное, самая частая причина такой нестабильной работы регионального оператора – это нехватка техники, которую так яро рекламировали СМИ и правительству еще в прошлом году. В самом начале, когда они зашли весной, у них была всего одна машина. И буквально 2 недели назад они добавили еще. Но для того, чтобы всю логистику решить по району, нужно как минимум 3-4, чтобы было автомобилей у них. Ну и, конечно, люди жалуются в том плане, что приходят счета с апреля месяца на вывозку мусора, хотя мусор ни разу не вывозился. Прибавить к этому неподъемные платежи для предпринимателей, вот и получается, что о чистом крае остается пока только мечтать. Смена руководителей в «Алерон Плюс» тоже еще не показывает результатов. Прокуратура Забайкальского края с января 2020-го начала проводить проверку деятельности регионального оператора, выясняя, как происходит сбор и накопление твердых коммунальных отходов. И сейчас известно, что в Краснокаменске «Алерон Плюс» грозит штраф в размере 250 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства. Однако постановление в законную силу
не вступила и может быть обжалована. Назревает самый главный вопрос. Уровень работы монополиста видит весь Забайкальский край. Люди жалуются на высокий тариф и нестабильный вывоз ТКО. Так будет ли кардинально пересмотрена работа регионального оператора, или так и будем продолжать просто платить, обрастая мусором? По мнению редакции телеканала и многих забайкальцев, ситуацию может спасти только масштабная прокурорская проверка. Виктор Соловьев, ЗапТВ.